Всем привет, друзья и противники Иновки, а также абсосы, стоящие в ОФК. Сегодня половой партнер Innovo Systems, то бишь прибалтийский Земирок, АК Pixie Down, сделал очередную клевету в мою сторону, и поэтому я решил, так сказать, сделать на нее обзор и объяснить фундаментальную суть того, зачем это делается, и как же эта шарашка пытается тонко прикольнуться на плеер-киллер сообществом. Как же она пытается прикольнуться над тем случаем, который не получил никакой огласки, и всем, так сказать, этим овощам, которые стоят в ОФК и платят за это, было пофиг на это, но сейчас я вам это все расскажу. Я, кстати, выяснял критерии, спрашивал, а по каким определяются, какие параметры надо соблюсти? 1000 видеороликов, может, на Ютубе? Или, ну, там, владыка Диона убьет 100 тысяч человек в ПК? Это достойно анонса? Или у кого... Понимаете, да, ребятки? Вот лично для меня это звучит как какое-то издевательство, ведь я тот ПК, который, играя на РУОвце, то бишь на Айрине, и ПК с 2015 года потерял все свои фраги. И знаете за что, ребятки? Я потерял все свои фраги только за то, что требовал от шарашки с названием собачьего корма, то бишь Innovo, вернуть дроп с ПК. И после того бунта за возврат дропа с ПК, Innovo System в спешке сделала симбиот эссенса с мейном, то бишь она ввела систему отображения на карте, которой нету нигде, которой нету на Корее, которой нету на американских серверах, которой нету на европейских серверах. Так что задумайтесь, ребятки, что тогда произошло. А у меня, я напомню, на тот момент было порядка 50 тысяч фрагов, и они просто взяли, введя новую систему ПК, в наглую обнулили тогда. Мне 50 тысяч фрагов, всем моим сокланам такие же немаленькие суммы в фрагах. И эти фраги были набиты не на АФК овощах, как сейчас. Эти фраги были набиты на тех, кто следил за процессом. Тех, кто играл в Lineage 2. Тех, кто не играл в симулятор бота и не платил за это. А сейчас у меня тоже есть фраги, и у меня есть 54 тысячи фрагов, видите, ребятки? Вот у меня 54 тысячи фрагов. Если бы прибавились еще те фраги, которые были, уже бы у меня было 100 тысяч фрагов на Айрине. Но, как вы видите, шарашка отсрочила эту цифру, но что я еще хочу добавить, ребята? Но я не гонюсь за фрагами, и в один момент я смог осознать, что это не нужно, это, ну, просто какие-то понты, гнаться за циферками, гнаться за левелами, гнаться за шмотами, гнаться за вот этими идиотами 120 уровня. Я понял, что игра — это не шмот, игра — это не левел, игра — это не понты, игра — это нечто другое. И давайте же сейчас, так сказать, я вставлю небольшой отрезок со стрима, где зачитывал свои стихи на тему того, что такое игра, что такое ПК, каких взглядов мы всегда придерживались, и что такое ваше любимое для абсосов и новосистем, так сказать, АФК. Спасибо. Вы понимаете, что... Вот что я хочу сказать, ребята. В этом разделе Lineage 2 YouTube, так сказать, те, кто делают фильмы, те, кто делает стримы, все продажные гандоны. Вот... Pixie Down — продажный гандон, Максим Заря — продажный гандон, Flame Phallus — продажный гандон. И я не знаю, кто там еще, я не слежу за ними всеми, но все они пидорасы, у всех у них какая-то партнерская программа. У партнеров Innovo System
партнерская программа половых партнеров иного систем, у фришарных пидорасов. Партнерская программа фришарных пидорасов. И всем им, так сказать, за то, что они делают, платят бабло. А я все делаю чисто на энтузиазме, я все делаю чисто за идею, я все делаю, чтобы вернуть, блядь, дроп с ФК, убрать отображение на карте. Мне вообще похрен на эту иного систем. Но, конечно же, я в глубине души хочу, чтобы это комьюнити овощное все же изменилось. И я понимаю, что если не будет отображения на карте, если ПК будет искренним, если будет таким же, каким и было, то мы сможем... Блять, ну это вот такое говорить. Более деструктивно пропалывать ФК грядки 2 и отвечать овощам, которые задают вопросы на тему того, зачем мы это делаем. Мы не будем обвинять их в том, что они стоят в ФК. Мы будем доносить то, что всегда доносили. А мы пока доносили только одно. Я говорил всем, что свобода дороже золота, но многие продали ее. Когда меня какой-нибудь нуб или нубка спрашивали в ПМ, зачем ты это делаешь, я однажды, когда только начинал ПКшить, придумал ответ, который всегда повторял. Ответ был простой. Ля, какой простой? Да, простой. Ответ был такой, что я не желаю тебе зла. Прими мое послание достойно. С любовью была послана стрела. Я тогда лучником был. А ты пытаешься мне сделать больно. Открой свои глаза уже. Глаза, закрытые туманом эгоизма и отсутствием любви в душе. ПК пытается тебе помочь. Задумайся и не груби. Ведь все, что эти абсосы иного делают, ведь все, что эта Community Lineage 2 делает в этой игре, это пытается заполнить пустоту внутри себя шмотом, левелом, понтами, цацками и прочей херней, но никак не игрой. Они не хотят играть в игру, они хотят работать в игре, они хотят набивать себе цену, они хотят покупать себе цену. Такой вот абсурд, купить себе цену. Охеренно, да, ребятки? Купить себе цену в глазах окружающих. Достойная цель для игры. И, так сказать, просто по кайфу таким заниматься. Это прям реальная игра. А также... Сейчас никто такого не говорит. Потому что эти овощи вообще ничего не говорят. Эти шавки тоже ничего не говорят. Но... Я как ПК могу сказать, что я не хочу знать вашу правду. Ведь у вас ее вовсе нет. Вы купили, продали, предали. И теперь возмущаетесь вслед. Почему все так изменилось? Они мне вопрос задают, а я им отвечаю. Мир погас, он ушел в свой порог. Это лишь отголоски тени, предрешенный судьбою рок. И на всех, кто с собою остался, вы навесили знамя врага. Потому что потерялась в жадности ваша душа. Вы не видите больше света, как и тьму, потерявшись в ней. И свободы у вас нету. Вы продали ее в тот день, когда блеск от Адены Шмота так спокойно закрыл вам глаза. Это был туман эгоизма, захвативший вас навсегда. Спасибо. Ай, что-то еще у меня было такое. Ах, да. Красным небом... Нет, красным светом озарилось небо. Вы все увидели ее взор, но так и не смогли понять, кто послужил тому виной. Но вы продолжаете дальше фармить... И стоя теперь на макросах, вы точно, похоже, сумели забыть и не задаете вопросов? А я вам отвечу на эти слова. Во всем виноваты лишь люди, в скобочках людишки. Вы все разорвали привычный ладва. Теперь возмущайтесь, фармите, платите, воруйте, живите, но только не думайте, люди. А я стал ПК,
и вам всем желаю, но точно в обмане вам жить веселей. Ведь вы изначально свободу предали, фармить АФК – это цель. Значит ли что-то все то, что фармили не вы, а какой-то написанный скрипт? Задумайтесь, люди, как вы оглупели. Играть АФК, за это платить, аденку копить. Кто я? Вы знаете, кто я. Вот мой никнейм, читайте громко, вслух. Я хочу ваш голос услышать, ребята. Давайте со всех сторон скажите, кто я. Что там дальше было? Да, я не помню, что дальше было. Я сбился с мысли. Я тот, кто остался от вас в стороне. Ведь вы недостойны свободы и власти. Вы те, кто придаток для РМТ. Спасибо, ребята. Будьте придатком для РМТ. Говорите, что мы пока плохие, что в нас нету никакой идеи, что мы школьники, что мы не понимаем то, что происходит вокруг. Но просто мы те, кто все смогли понять. И сейчас мы смотрим на вас со стороны. И нам просто... Ай, печально это воспринимать. Тем более, когда нас ограничивают. И прикол в том, что все ограничения пошли, когда я начал такие стихи на форуме 4G активно тоже читать. За что я часто, то есть постоянно получал баны. И сейчас я получаю баны. Спасибо. Спасибо.